ничего не предвещало, абсолютно ничего не предвещало. И когда я уже очнулся после взрыва, ну там я буквально, я не терял сознание, но я растерялся, может быть, на секунд 15-20. И когда я уже стал осознавать, смотреть на все, что происходит, я все-таки не понимал, что это вообще было. Естественно, в этот момент я слышал и крики, и видел дым, но осознание того, что произошло страшное преступление, ко мне пришло уже на улице.